На объекте капитальный ремонт улицы Ленина у нас сделано участок от музея до улицы Перекопской. Заменены коммуникации. Это ливневка, это водопровод, это сети связи. Наружное освещение устроено полностью, все переустроено на данном участке. Дальше по сетям на сегодняшний день производятся работы на улице Ленина до Красина и в работе улица Перекопская. Там на сегодняшний день идет плотная работа по переустройству хозбытовой канализации, водопровода, ливневки, сетей связи и перенос электрики также будет переустроено на участках теплотрассы. На участке 200 метров от музея у нас уже уложен асфальтобетон. У нас идет укладка гранитной плитки. Уложено чуть больше 2000 квадратов. Это где-то 25% от общего объема. Движение на этом участке еще не открыто, но прилегающие территории... Кто здесь находится, народ проезжает, спокойно по тротуару передвигаются. Еще будет чистовой щебеночно-мастичный асфальтобетон, третий слой, он будет уложен уже перед открытием объекта. У нас по контракту это 15 ноября, но мы будем укладывать асфальтобетон чуть раньше, в теплую погоду.